Ты готов? Да. Ну а вы, ребят, готовятся, а вы когда-нибудь участвовали в театре теней? Да. Вот кто-нибудь? Кто участвовал? А какую роль Матвей исполнял? Ну я как бы двигал фигурки в замок и всякое такое птички. Замок и птички. А вот там девчонки, вы с кем были? Кем? Лена, ты, по-моему, руки поднимала. Лена не готова, да? О, отлично, вожатые готовы. Экспериментальный номер, театр теней, показывают вожатые, в том числе и вы с Викторией Александровной. Приветствую! Приветствую, вожатые! Ну что, почти все делается с помощью пальцев, особенно замок. И начинаем. В одном замке жила-была принцесса. И каждое утро она просыпалась и радовалась солнышку. Здравствуй, солнышко! Принцесса, ты чего такая непричесанная? Иди скорее причешись. Хорошо, солнышко! Расческа! Расческа! Что, принцесса? Причеши меня, пожалуйста! Ну ладно, только быстро! И вот принцесса похорошела и говорит: здравствуй, здравствуй, солнышко! Вот теперь здравствуй, принцесса! Так она и жила уже 18 лет. А тем временем принц, обращая внимание, из пальцев скакал по белу цвету, скакал день, скакал ночь. Скакал сквозь поезда, сквозь тучи, сквозь деревья, пока на утро не пришел к замку принцессы. Здравствуй, принцесса, ты такая красивая, мне кажется, я нашел свое счастье. О, принц, я тебя так давно ждала. Принцесса, пойдем со мной. Принц, я заточена в замке. Колдунья меня заколдовала, я не могу его покинуть. А ты прыгай на моего скакуна. Хорошо, принц, хорошо. Ой, подожди, здесь нельзя парковаться. Здесь нельзя парковаться, давай на ходу. Ладно, давай. Нет, я не успела. И поскакал принц. Поскакал. Останавливаться у замка было нельзя. И скачет он снова через ой, поезда, скачет день, скачет ночь. И снова прискакал к замку принцессы. О, принц, ты вернулся! Принцесса, быстрее прыгай! Сейчас, сейчас, не отстань, высоко боюсь! И снова поскакал принц, скачет он по белу свету, скачет сквозь день, сквозь ночь, сквозь горы, сквозь дороги, и снова прискакал к замку принцессы. О, принц! Принц, наконец-то! Я прыгаю! Принцесса! Принц! И жили они долго и счастливо!